Значит, когда Дженна уходит из дома, и я ее не вижу, она не прекращает существовать, а просто появляется в другом месте? Ну нет, не-не-не-не, хуета какая-то получается. Чего тебе? Полялякать хочу. Дома в одного дуплить занудно. Извини, но я работаю. Дженна и Дрю вернутся через пару недель. Я кладу трубку. Погодь, погодь, у меня вопрос. Чё, на ланч было кайфового? Сосисочки, может, остренькие. Ты после них пердел? Какой запах был? Вилфред! О, ты в порядке? Здравствуй, Райан. Что за ерунда была на автоответчике? Так это все что, из-за будки? Ты поэтому заставил меня расторгнуть сделку, чтобы я купил тебе будку за 9 тысяч долларов? Дело не в будке. Я хотел купить покой и уверенность в будущем. Так вот, к сведению, твой план не сработает. И хватит уже корчить из себя Эмма, это просто смешно. И зачем ты надел поводок? Ты же ненавидишь. Нет, 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 нет. Прости, я не уделял тебе внимания. Я пренебрегал тем, что действительно важно. Тем, что у меня под носом. Здесь и сейчас. А что, никого вообще не напрягает, что тут под столом лежит засохший надкусанный хлебушек? Это что, собака в моем офисе? А? Скажите, что это не псиночка у меня в офисе. Привет, песик. Привет, собакевич. Кто тут у нас комочек шерсти, а? Ну кто? Со мной обжимается и лапает на полу. И это взаправду. Не, серьезно. И чей ты у нас крошка, а? Он мой крошка, сэр. Мой первый день на работе и такой успех. Фелиша из бухгалтерии ставит сидюк своим китов, и я такой... Чё это за звук? Чё это за звук? Чё это за звук? Ну, естественно, я знал, что это киты. Но делал вид, что не знал. Такой вот фокус. Одним словом, давал милаху. Я же знаю, что Дженна мне не изменит. О, да. Тебе нравится, да ведь? Что за... Приветик. Не хочешь поиграть на улице? Или, может, погадить? Райан. Я только что смотрел, как Дженна обработал руками каждого кобеля на районе. Никуда я не пойду. Ты что задумал? Что-то мощное, что-то эпичное. То, о чем они будут говорить все утро. И может даже в обед. Вилфред, нет! Ну, класс. Господи, Райан! Ой, я только что соленого наелся. Рики спешит на помощь. Ну что, мало вам? Ну, спасибо, что так зрело подошел к вопросу. А то я было засомневался. Он, блин! О, нет, 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 нет. В чем дело? О, а разве не понятно? Из-за всей этой нездоровой атмосферы Миха снова полез в бутылку. 5 недель коту под хвост. Эй, гляди. Вот Миха и завязал. Проблема решена. Мишка! Кажется, нас ждет шумная ночка. А потом Джудит из пиар-отдела, который, походу, в жизни не смеялась, говорит: «Ой, посмотрите, у него скотч к лапке прилип». И прикиньте, так и было. Это чистая правда. Да уж, доложу я вам, посмеялись мы годно. Ладно, пацаны, мне к своим рулить надо. Ништяк поболтали. Убью нах! Все нормально? Что-то в мошонке потянулось. Вот идиот, не надо было так резко заканчивать. Ложись. На спину. Дыши глубже. Здесь? Ниже чутка. Да, там свело все к чертям. Так, нормально? Да. Хорошо? Да. Вилфред? Чего это у тебя с мордой?
Заебокся. Да бога ради, Вилфред, выбери уже хоть что-нибудь. Ладно, может, ты и прав. Нужно хоть что-то придумать. Дай-ка я заметки прошерстю. Что за... Ты ебанулся, что ли? 45 страниц буквы H в нижнем регистре? Ты что, ни хрена не записывал? Миха, блядь! Вилфред, успокойся! Успокоиться? Да у нас ни хера нет! Ни хера! Позор тебе! Даже смотреть на тебя не могу! Где твой гондон? Так, а с каких это пор у Михи два глаза? Он эту пуговицу оторвал с пальто Аманды. Он, когда бухает, вообще себя не контролирует. Ты испортил ей пальто? Ну вот давай по чесноку. Что важнее, пуговицы на ее пальто или обретенный бесценный дар зрения? Нет! Ты чудовище! Все хорошо, Мишенька, я все исправлю. Как узенько. Запомни на будущее. Дела. Когда человек стреляет себе в лицо, это же, блин... Лажа. Не хочу бросать тень на и без того трагичный день, но мне кажется, кто-то сажал ошметки его мозга. Топись! Нет! Ну сделай мне хорошо! Все, с меня хватит! Черт возьми, Вилфред, я не позволю опять на меня кончать! Привет, Сара. Спасибо, Райан. А хочешь? Да, давай. Вилфред! С ней я такой... нормальный. О, а со мной нет? Ты разоряешь мою кухню в прикиде партизан из Красного Рассвета. Ты что же, не слышал меня? Грядет судный день! Апокалиптический кошмар, настолько невообразимый, что мужчины да зарыдают, как дети. А те самые дети будут поедать других детей. Вскипят океаны, и огненная смерть прольется с небес, а земля будет содрогаться, покуда не расколется она надвое! Так я же не про это. Какого хрена он маску напялил? Да. Но он это сказал. Он сказал. Очко Брюсу. Что? Да что вообще? Игра называется «Какого хрена он маску напялил?» Ты говоришь эти слова, Брюс получает очко. Что, прям так и называется? Какого хрена он маску напялил? О, 2-0. Да что ты творишь? Дурость какая. Очко Райану. Нет! Нифига! Этот сукин сын жульничал! Нет! 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 Ты спятил? Нет! 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 Джена! Джена! Где она? Где эта сука гулящая? Вильфред, успокойся! Да ты должен вопить, как я! Женишься на заправской прошмандовке и ноль реакции! Невеста идет! Ну, что скажете? В белое вырядилась, смотри, борзая какая! Я отстаю свою честь! Вильфред, нет! Слушай, не хочу портить момент, особенно такой вот радостный, но, кажись, кто-то сожрал плаценту Кристен.